Фігурне катання – це спорт і мистецтво разом. Про видовищний вид спорту будемо говорити з фігуристкою, яка прийшла вже до нашої студії. Це Тетяна Діденко, тренерка з фігурного катання на ковзанах, вихованка Дніпропетровської школи фігурного катання. Раді вас бачити, пані Тетяно, тож довелося вже багатьох вам виховати. Є учні, якими можна пишатись, та й взагалі спорт – це таке досягнення, мабуть, не всіх, тому що не кожен захоче прийти і займатися таким видом спорту, він дуже гарний, але складний, так? Чи так і є? Конечно, это сложный вид спорта. Этот вид спорта очень сложно координированный. То есть вот есть виды спорта, которые требуют только силы, быстроты, каких-то физических усилий. Это, я бы сказала, такой симбиоз или синтез вот спорта и искусства. Когда фигуристы показывают свой конечный результат, программу на льду, и это очень красивый результат. То есть плюс к элементам надо и хорошо слышать музыку, нужно хорошо иметь чувство ритма, надо понимать, иметь вкус, потому что все они выступают в красивых костюмах. Вот, поэтому вот как бы тут такая для межа. Да. Можно сказать, что это спорт для избранных? Чи как вы назвали? Ну, я бы не сказала, это спортом для избранных, просто обучение здесь проходит действительно много лет. То есть если в силовых видах спорта и в скоростных там все-таки быстрее идет процесс, то здесь это наработки идут годами. С 3 лет детки учатся. И где-то примерно вот через несколько лет только это виден уже какой-то вот красивый результат этой работы. А ось травмы, все же маленьким детям, мабуть, взагалі складно, в батьків там, не знаю, може вони виходять із, не дивляться, як діти падають, отримують травми і все решта. Тобто треба себе, мабуть, навчити, вміти правильно падати, вже розуміти, що ось такий елемент може завершитись не дуже вдало, треба його зробити ще раз, і 10 разів, і 20 разів підряд, аби все вийшло у вас. Тобто, ну ось так, тренування проходять, мабуть, теж не дуже просто. Именно так. То есть вот падение в фигурном катании – это вообще отдельная тема. То есть вот им учат с самого начала. И вот когда люди приходят на лед, в принципе, очень советуют подумать, как вы будете падать. Обучают подумать, именно вам треба падением, да. Треба, потому что для деток это, в принципе, не такая большая проблема. Они падают, у них маленький вес, они не боятся. У них нет этого страха. А вот в любительском фигурном катании, где взрослые люди приходят уже, может быть, с большим весом, может быть, не всегда уже есть та координация движений. Здесь первое дело – надо научить падать. Любительское фигурное катание сейчас развивается. Занимаются и взрослые люди, не только детки. Поэтому вот как-то так. Падение – это важно. А ще треба мати якісь опори, що для того, щоб навчитись правильно падати і не боятися? Ну, в принципе, в идеале опора не нужна. Конечно, в идеале нужен первые несколько тренировок, желательно воспользоваться услугами какого-то инструктора или тренера, который объяснит, да, объяснит прежде всего, вот как правильно, как надо это делать. Потому что переучивать всегда намного сложнее, чем сразу объяснить. Вот. И поэтому падения, они все равно будут. Но другой момент, что будут ли они сопровождаться травмами или нет. А якщо разом з тренером поїхати і покататися, щоб він провів трошки вас, навчив правильно рухатися, можливо, якраз і буде результат кращим, аніж ви будете самі щось там собі думати, якось бачити, не знаю, там повторювати за іншими людьми, які, можливо, роблять неправильно. Абсолютно правильно. То есть всегда да, надо научиться правильно делать элементы, какие-то базовые, какие-то азы фигурного катания. Дальше уже можно прибавлять элементы, либо усовершенствовать эти. Но если они как бы начаты, учиться начинается неправильно, то потом уже намного сложнее переучивать таких людей, и детей, и взрослых. Кажуть, що взагалі ось ковзани, які у вас вже є, на них треба звертати дуже велику увагу. Бо від ковзанів залежить, як ви ставите ніжку, наскільки вона у вас рухається так, як треба, чи ви правильно затягнули, чи міцно. Бо перші рази це все спадає, десь воно там губиться, не знаю. Можливо, люди не знають самих азів от таких. Да, вот я обращаю внимание, когда прихожу просто на каток и вижу, как приходят новички, приходят начинающие. Вот, во-первых, по поводу конечков, выбора конечков, размер.
Когда мамы приводят деток на каток, вижу такую картину. Меряют коньки на шерстяной носочек с запасиком. Это неправильно. То есть коньки должны быть по размеру тому, который вы носите в жизни. И вот здесь между конечком и ногой должен проходить максимум карандашик. Если больше, размер большой, надо меньше размер коньков. Второй момент – шнуровка. Вот тоже шнуруют с точностью, да наоборот, неправильно. То есть вот тут вот не шнуруют в области подъема ноги. Здесь сверху затягивают так, что нога перетянутая, человек выходит, он не может присесть. То есть человек должен иметь возможность присесть на льду. Это раз. Здесь шнуруем плотно, здесь чуть-чуть отпускаем. Ну вот это в плане шнуровки. Вот это ботинки хорошие, это не реклама, это девочка, которая занимается в группе. Они не показательные, не парадные, но вот они заклеены, чтобы иметь лучший вид. Но вот я вам покажу, на что надо обращать внимание, когда коньки выбираются. Выбираются либо покупка коньков происходит, либо вы просто смотрите, берете. Это хорошие лезвия, они из нержавеющей стали. И вот ребенок не протирает их, немножко где-то не протер, уже появилась ржавчина. Ага, поэтому, очень, да, так, вот что. Это мешает, они тупятся быстрее, это мешает катанию. Поэтому вот существуют такие штуки, сушки. Вот очень удобно сейчас, раньше такого не было давно, мы вытирали тряпочками. Сейчас это все есть, это легко достается. А вони до чогось підключаються, чи як? Правильно? Они просто одеваются на конек, и они в себя вбирают лишнюю влагу, то есть не нужно тереть, да. Долго очень эти лезвия одели, дети или взрослые одели, потом переодели вот такие чехлы, если вы ходите по твердой поверхности перед катанием. Вот и все. Потому что, когда покупают коньки из какого-то мягкого сплава, по типу алюминия или другого, они очень плохо себя ведут, они не держат ребро на льду, вот заточка на них держится буквально от одного катания до другого, их надо часто точить. Поэтому этот момент действительно практически важен. То есть смотрите на лезвие. Заточують потім, якщо часом ви купили, наприклад, непогані, і у вас вже з нержавіючої сталі є лезо, то можно его заточить, так, трошки? Да, его, конечно, нужно и затачивают, но хорошее лезвие точится раз в месяц при регулярном катании, ну, средняя частота. Если же это лезвие не очень хорошее, то его вам придется точить чуть ли не каждый раз. Оно просто не работает так, как оно должно работать. И вот это лезо, оно дает возможность вам ехать ровненько, и вы можете делать будь-які фигуры. Да, фокус в том, чтобы ехать не ровненько, а ехать делать, делать дуги, делать разные повороты. Вот здесь самое мастерство фигуриста. То есть ровненько ехать, это как раз неправильно. Не то. Не да. В этом случае не то. Так, треба на це не звертати увагу. Це для хобби-класса. Хоча ні, нет, якщо хобби-класс... Сейчас хобби-класс развивается очень быстро, это так радует. То есть любительское фигурное катание сейчас последние даже не годы, а, наверное, десятилетия, оно рвануло вперед. А как у нас в Дніпрі? Чи можно дорослым людям прийти и научиться таки выполнять гарні фигуры? Да, абсолютно. То есть сейчас проводится масса разных турниров, соревнований, показательных выступлений. Вот в частности и в Днепре, в центре города на катке регулярно проводятся показательные выступления. Это очень красиво. Это очень приятно смотреть родителям на результат работы деток. Вот. И взрослым там хорошо провести время с чашечкой кофе. Вообще это прекрасное времяпрепровождение. И очень приятно и хорошо, что вот сейчас разделение на этих любительских соревнованиях, оно идет не только по возрасту, вот там 3-4 года, 5-6 и так до-до-до. Вот. Ну и по уровню. То есть вы можете приехать на соревнования новичком в 3 года, а вы можете приехать новичком и в 55, и в 60. Я видела как бы и старше, и таких немало, они есть эти люди. И костюмы, герои, все себе купуют, все выходят красиво, да. На змагання, так? Да, ничего они соревнуются среди спортсменов своего уровня. И это очень, я считаю, цивилизованный це и хороший, отличный выход. Раньше мы думали, что все фигуристами народ. Треба тільки з самого дитинства вміти виконувати хореографічні рухи, композиції, і ще й триматися не просто так, а лід, щоб відчувати. А якщо ви трошки позаймалися і вже відчуваєте якусь силу в собі, то ось, будь ласка, можна виходити на змагання. Все ж, скільки часу вимагає хобі-клас для того, щоб вийти хоча б вперше?
Тут нет никаких вообще рецептов. То есть вот для маленьких деток, которые еще там до 5-6 лет, конечно, желательно заниматься хотя бы пару раз в неделю. Потому что бывают такие случаи, что детки пришли, мы с ними выучили что-то, все запомнили, сделали. Они там не пришли раз, два, три, потом приходят, а мы уже все забыли. То есть фигурное катание, все, звичайно, да, справа. И мы начинаем все сначала. Это такой вид спорта, где надо этот навык поддерживать. То есть чем чаще говорим, тем лучше. Ну, хотя бы пару раз в неделю и больше. Для взрослых это такой же момент. Ну, кто как может, но в принципе... В принципе, вот от года катающиеся, они очень красивые результаты показывают, потому что у взрослых чаще всего сама мотивация. Так, треба ж, звичайно, до чогось готуватися. І якщо є такі змагання, то вони дають можливість людям вже мати стимул. Скільки часу потренуєшся, як себе потім покажеш, і в тебе вже є результат. Чи дають якісь нагороди за те, що ти отримав перше, друге чи третє місце, наприклад? Конечно, награды есть, но везде они, понятно, разные. Где-то это денежное вознаграждение, ну, небольшое. Где-то это какие-то приятные подарки в виде кружек, там, грамот, каких-то футболок, там, сладостей для детей. То есть, да, подарки везде есть. И международные соревнования существуют. То есть у нас есть фигуристы-любители, которые выезжают туда и успешно там участвуют. Чи є обов'язкові елементи для виконання, для хобі-класу, наприклад, і для виконання вже професійного, як вони розділяються, чи слабші, чи, можливо, вони якось інакше побудовані? Нет, в фигурном катании есть определенный набор элементов. В принципе, он одинаков как для любителей, так и для профессионалов. Единственное, что вот есть азы и основы, которые представляют из себя скольжения, шаги, там, троечки различные, дуги. Их я не все не буду перечислять, это очень долго. Но, в принципе, без них дальше не двинется ни любитель, ни профессионал. Любой спортсмен их изучает и совершенствует всю жизнь. Вот. А дальше уже набор вращений. Есть определенный. Есть определенный набор прыжков из 6 прыжков. Но вот начинающие фигуристы приходят, и они как бы делают это на более низком уровне. Вращение низкой скорости, однооборотные прыжочки у них. Как повышается уровень фигуриста, да, его мастерство растет, и это все усложняется, так это работает. Тут прыжочки двойные, тройные, сейчас уже некоторые показывают и четверные, и пробуют. Это же вже, мабуть, международный рівень. Да, это я говорю о профессионалах, конечно же, но я вам скажу, что на хорошем любительском уровне у нас есть дети, которые очень хорошо катаются. Можуть показати і ось такий тулуп подвійний, потрійний. Легко, ну подвійний точно. Насчет потрійного із любителей у моїх ще такого ніколи не було. Ну, потому что все-таки другой режим. Это другой режим катания. Мы как бы больше... там жить. Но... Да, мы больше делаем упор на прекрасное, вот это все, на красоту, да, на удовольствие, на какое-то катание для себя. Угу. То есть это никто ни с кого не вижу. Музика, це ж все дуже важливо, обрати композицію, яка буде захоплювати, обрати ті елементи, побудувати їх правильно, початок, щоб був середина, розв'язка всієї композиції і ось ефектне завершення. Це дуже серйозна робота тренера. І ось той тренер, який ставить ці композиції, це, мабуть, для нього, ну, він вболіває, переживає, турбується, хвилюється, як же воно все вийде, так? А ось сама робота над постановкою, ви її разом з учнями проводите чи самі ставите все? Ну, знаете, вот я могу провести такую аналогию, тут как вот для художников, наверное, вот бумага, да, чистый лист, на котором ничего нет. И вот потом он туда наносит свои какие-то идеи, видения, да, чего-то. И получается красивый результат. Так и тут, наверное. Вот сначала я сама думаю, как это должно выглядеть по отношению к какому-то ребенку, что он может показать, что этот, именно этот ребенок, где его выигрышность, да, где он хорош. Вот. Потом я готовлю какой-то набор элементов, рисуем себе эту программу и начинаем потихоньку учить ее, на музыку накладываем. Вот бывает такое, что выбрали музыку, начали работать, а оно не то, не пошло, приходится менять музыку. Иншу. То есть это процесс, да, это не трехдневный процесс, обычно он занимает достаточно времени. За скільки? За рік можна підготувати спортсмена? Да, за рік, да. За рік? Вже точний результат є? І, да. І ви вже потім дивитесь, що все, ваш учень, щоб тоді гордість розпирає? Конечно, конечно, я всеми своими горжусь, і вообще очень приятно смотреть на них, когда они...
заканчивают сезон, и они все довольны. Як потім кар'єра спортсменів недовговічна? Фігурне катання, воно таке, як, якщо ти спортсмен і вже діючий якийсь час пройшов, і все, ти вже можеш лише тренерською роботою займатися. Або хобі-клас, так? Що спортсмени переважно для себе обирають? Ті, які колись були фігуристами, це ж дуже складно завершити свою кар'єру. Да, ну, некоторые занимаются тренерской работой. Я очень многих знаю, которые вообще очень творческие люди. Они есть, занимаются художественной какой-то деятельностью. Есть, вот наш колледж заканчивали художественный, театральный. Очень разные профессии. Вот как ни странно. То есть фигурное катание как спорт, оно дает характер и какие-то, наверное, способность вот добиваться цели, да, идти куда-то, что-то именно це достигать. Точно досягати. Да, поэтому ось... очень разные судьбы, очень разные профессии. Ви знаєте, Тетяна, ось слухаючи вас, стає зрозуміло, що в будь-якій професії людина себе покаже. Якщо в неї вже на початку її життя, чи, можливо, там колись вона обрала для себе, був ось такий вид спорту. Тому що він зміг розвивати в людини і її художнє бачення, і смак, і естетику додати. І що таке дуже важливо в нашому житті, це вміння правильно поставити ціль і її досягти. Бо тут ще й спорт працював. Да, ось да, так все точно. Разом. Тому, ну що, хочеться, щоб люди могли знайти час для того, щоб займатися якимось видом спорту. Ну, зараз ми говорили сьогодні і про фігурне катання, і про інші види спорту, які є. Головне, щоб людині хотілося цим займатися, щоб вона себе відчувала комфортно у тому виді спорту, який вона для себе обрала. А якщо вона ще й обере такий приємний і гарний вид, як фігурне катання, наприклад, то це взагалі буде розвивати людину дуже гармонійно. Я вам дуже дякую, пані Тетяно, що прийшли сьогодні і про все це розповіли, показали інший бік фігурного катання, що це можуть бути і травми, наприклад, так, але ж є така естетика. І зараз скільки багато можливостей для людей, які не хотіли би професійно цим займатися. Просто для себе, просто для того, щоб дуже добре себе почувати кожного дня. Тому всім хочеться побажати найкращого всього. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий», дивіться нас ще, а ми зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.